Представьте, месяцев на 20 свет вырубят вообще у нас. Тогда вот заживем мы, братцы. Реальный мир увидит глаз. Погаснут гаджеты, планшеты, компьютеры погаснут все. Совсем не станет интернета. Жить станем в полной тишине. Друг с другом, чтобы пообщаться, придется в гости нам ходить. С утра мы будем просыпаться и на огне еду варить. Начнем опять картошку сеять, дома в деревне обживать, шагами в поле землю мерить, детей опять начнем рожать. Исчезнут многие болезни, как, например, повальный рак. Начнем мы петь родные песни, попсу забудем и блатняк. Исчезнут дикси и пятерки, развалятся ашаны все, в лесах завоют снова волки, пойдет скотина по траве. В тайге заткнутся бензопилы, начнет расти кудрявый лес. Мы топоры возьмем и вилы, затихнет якобы прогресс. Объединятся снова люди, придется, жизнь заставит всех. Любить друг друга снова будем, без интернетовских помех. Возьмем мы снова ручки в руки и вспомним, как это писать. Таскать мы будем книги в сумках, научимся мы их читать. И революции не надо, исчезнет к ней наш интерес. Мы будем думать, как бы завтра сходить бы за грибами в лес. Уверуем мы снова в Бога, преград не будет и помех. Очистится к нему дорога от бреда, что в мозгах у всех. Поразмышлять слегка полезно, притормозить, взглянуть назад. Сейчас мы все несемся в бездну с названием «Электронный мир».